Всем здорово, с вами Мото. Мы поспали. Офис очень грязный, как я понял. Автомобильный рынок открыт. И нам доступен автомобильный рынок. И давайте посмотрим, что мы можем там купить за наши... Сколько там? 8,5? 8,335. Я же на рынок пришел. Ну, автомобильный рынок открыт. Автомобильный рынок. Чуть я не то нажал, что ли? Да, не то нажал. Давайте поглядим, что за тарантасы здесь доступны нам. Это уже, можно сказать, окончание обучения. Нам уже помогать не будет. Давайте посмотрим, сколько твой тарантас стоит 969 года. 83 тысячи, да? Гуляй со своим тарантасом. Я на ногах похожу. 8279. Купить, осмотреть машину. Я могу осмотреть машину. Так, как насчет... Вместо того, чтобы торговаться, мы можем обсудить варианты оплаты. А ты не ли часом? Лорд Фокус, Лорд Фокус. А, Локус, Локус, Локус. Так, ну мы понимаем, что это за машина. 8200 на последней бабки как-то брать. Ну, не хочется. О, бабка. Как дела, брат? Эй, братан, нифига себе бабка базарит. Что? За эту машину ты столько хочешь? Мотоциклов фигово, что тут нету. Мотоциклов фигово. О, Audi R8, охренеть. BMW-ка, ну, мне кажется, мы сможем только эту и ту купить. Давай посмотрим. Привет, чувак, привет, 16 тысяч. Ну, давайте тогда заберем эту машину. 8200. А, блядь, не это, я тупанул. Лорд Локус давайте заберем. Лорд Локус, даже смешно. Даже, ну, не... Я не очень хочу двигаться по цене. Ну понятно, что у меня торги-то нельзя купить. Давай. Вот ключи, документы. Опыт плюс 10. Сесть в машину. А, отлично. Заводим ее. Че, я думал, она не завелась. Получается, куда нам нужно ехать? А я не помню, где наш этот домик. В деревне, блин. Офис очень грязный. А как помыть офис? Мне вот даже интересно. О, вот это хоть как-то едет. Это мое, нет? Да ну нафиг, а авторынок так... Не-не-не, это не мое. По встречке, через сплошную. Стоять. Тормоза хорошие. Сразу проверил, тормоза хорошие. У нас уже какой-то мусор собирается. Так. Глушим двигатель. Собираем мусор, собрать мусор. Так, и выбросить. О, отлично. Опыт какой-то тут. Давай собрать мусор. Вот это уже прикольно. А чего он не хочет выбрасывать? У меня что, полный бак или что? Я тупак. Так, автомобильный рынок открыт. Давайте продадим вторую нашу машину. Веб-страница, обновление, украшения там, блин. Давай, ага. Лорд Локс не продается, продается. А за сколько? 8200, тогда давай. 9500 или 9700, давайте уже повышать ставки. 9700, выставить на продажу. И ждем покупателей. У нас осталось 46 рублей, да ну нафиг. А почему? Даже там вроде сотка оставалась. Так, Лорд Локус. Таблица лидеров, украшения. Ну, украшения, зачем они нужны? Пока что еще рановато. Нам до украшения. Обновление. Улучшение ось офис 2. 200 тысяч. Да вы издеваетесь, а что так дорого? Так, эвакуация. Че, эвакуировать можно даже машины? Буксировочный слот 2. Если у вас есть место для парковки эвакуатора, вы можете быстро перевозить свои транспортные средства. Место для парковки. Места для парковки. Так, клиент уже в офисе. Вот, здорово, братан. Давай, сколько там она? 8700 не вышло? Или, ну да. Вот, двое даже. 9700, как ты, как дела, брат? Так, эта цена мне не нравится, нужно подумать. Я возьму его по этой цене, о которой мы договорились. Чего? Они ёбнутые, что ли? Продать. Все, уже 9700. Вторая сделка. Давайте еще на автомобильный рынок сбегаем. А чё бы нет? А что бы и нет. Или давайте на район автомобильный рынок. Не хочу по району бегать как дурачок и искать какие-то там замухлыжные автомобили. Вот этой машины нету. А, остались те машины, которые были. Это нужно ждать следующего дня. Ну тогда нам придется идти на район. Пожать нельзя? Не-не-не, похавать нельзя. Это плохо, это плохо.
Давайте тогда идем на автомобильный, не рынок, а на район. Посмотрим, что за тачки там продаются. Мне кажется, там одни или корчи, или дрочи. Давай, разговариваю. Вы можете открыть навык. Вот как вот его открыть? Я вот хочу его. За сколько? 2400. Давай купим. Давай за 2 хотя бы. За сколько она уйдет, как думаете? Я вот думаю, где-то... А, я не включил видео. У вас есть неиспользованное очко навыка. L, да? Или... Подожди, Е. Подожди, Ай, да? Очко навыка. Торговаться. Открыть возможность обсуждать цену с продавцом и покупателем. Губка, вы можете самостоятельно помыть свой... Давайте торговаться, но это... Мне сейчас оно больше нужно, поэтому вы сможете... Да-да-да-да-да. Разблокировать. О, отлично. А, тут торговаться можно прям хорошо-хорошо. Прям хорошо-хорошо. Вот это сказано. Так, ну что, погнали. Как тут отсюда выезжать, я уже не помню. Давайте сейчас дадим газу и до отказа. Снова я рисую. Блять. Ну такое. А давайте сделаем так. В следующем видео я вам покажу, за сколько эта машина уйдет или не уйдет вовсе. Всем пока, с вами был Мото, удачи!